Поехали. Хорошо. Обычно долгосрочные командировки... Лампочка не горит. Все нормально, все пишется. Как плохо, блин, все... Я не собираюсь за базар отвечать перед этим человеком. Ты журналист, понимаешь? Я же все знаю, у меня специальность такая. Хочу все знать, называется. Музыкальный журнал «ФУЗ» уже в третий раз проводит вручение своей премии в условиях слаженного и довольно насыщенного музыкального шоу. Предыдущие попытки увенчались, как всегда, полным аншлагом в ДС-юбилейный, что не особо нравилось гостям праздника, которые боялись выйти в зал, но устраивало музыкантов и их фанов. Какое же отношение к премии «ФУЗ» витало в гримерках в этот раз, 3 апреля 1999 года? Праздник начинается, так что за хорошее настроение. Вот так, девочки, вот так у нас и колечек. В этот раз на сцене шайбы за обладание престижной премией боролись группы «Текила Джаз», «Сплин», «Маша и Медведи», «Ляпис Трубецкой», «Вопли Видоплясова», «Король и Шут», «Краденое солнце», «Дедушки». Но всему свое время, о результатах вы сможете узнать в конце программы, а пока подробнее о том, что происходило в кулуарах и, естественно, на сцене. Вопрос к Александру Долгову. Чем нынешний фестиваль, чем нынешняя премия отличается от предыдущих? В первую очередь таким большим количеством участников и звезд первой величины. Ну а во-вторых, это третья по счету премия, поэтому к чему-то уже обязан, разумеется. Ну и как нам кажется, праздник будет на славу. Музыканты будут играть отлично, ну а зрители поддержат их своими эмоциями в зале. С чем связано отсутствие действительно новых имен в списке номинантов? Ну, я с вами не согласен, потому что вы, наверное, просто не видели список номинантов номинации «Лучшая новая группа». Ну, во всяком случае, КС и дедушки, они проходят по этому списку и участвуют в концерте. Так что это мнение очень спорное, я с вами не совсем согласен. Сегодня я благовозрел. Имею полноправие сказать, что нынче я хотел, усилив все старания, подруги нанести визит по площади Восстания. Я причесался, я побрит, подтяжки снял заранее, штаны на молнии надел, рубашку выбрал с кнопками. Я ароматен, чистодел, я сексапил за скобками. Сегодня я созрел вполне, я гимн пою диковины. Люблю всех женщин на земле, такая вот штуковина. Thank you.
обиделся, хотя бы чуть не задел, то, что он с ним на пресс-конференции, Александр Долгов, редактор журнала ФУС, в принципе, назвал группу КС и Дудушки новой группой года. Вообще-то, как бы у вас уже есть свой имидж, есть как бы, опыт за плечами выступления на клубах, на каких-то других площадках. У журнала ФУС есть свой хит-парад. Это хит-парад тех людей, которые пишут туда письма, которые присылают какие-то просьбы. И поэтому, на самом деле, все достаточно честно. И если, допустим, группа «Краденое солнце», в которой я являюсь фронтменом, да, если группа «Краденое солнце» считается новой группой до сих пор, значит, это все правильно, потому что, значит, мы где-то, мы сами виноваты, потому что, видимо, где-то немножечко не уследили за конъюнктурой, может быть, так правильно сказать. Искусство, оно вечное, оно актуально ежедневно, ежечасно, ежеминутно и секундно. В Индию опять хочу. Тянет. До сих пор тянет. Именно в Индию или вообще куда-то? В Индию хочется просто невозможно. Это как наркотик. А чего-то чего? Там, во-первых, там просто... Энергетика или... чем меня прикалывала страна. Просто там полностью отсутствует состояние зоопарки. То есть вот в Питере не так. В Питере как-то поспокойнее. В Москве вот... Много информации, наверное, все, да. Все бегают нервные. Ох, блин, все... Все такие несчастные герои, там что-то терпят откуда-то там. Вот. А там просто люди, нет денег, ничего, просто они ходят как-то так спокойно уже себе. Никакие аудиенции не посещали, свои бабы, например. То есть это как отдых или как что? Это как просто кайф. Отдых души. Ну, это вообще нормальное состояние. Маша, вы там местную гуру не посещали? Местных гуру каких-нибудь индийских? Нет. Не было такого желания своей бабу, например, сейчас очень модного посетить, которому ездили многие товарищи? Да нет, тогда, туда поехали, в принципе, с определенными целями, поэтому у нас не было времени. Дорогі друзі, звертаємось до вас з великою повагою. Я, як співак «Воплі від Оплясова», від імені моєї групи я вас цілую та обіймаю.
Мы на сцене оптимисты, а в жизни пессимисты. Поскольку зритель видит артиста, то должна быть какая-то подача. Когда я был молодым человеком и сам был зрителем рок-спектаклей, меня возмущало то, что там выходят музыканты и не движутся. Это как бы некрасиво смотрится. Ну вот, и поэтому вот, мы согласились с ребятами, что надо как-то так активно на сцене работать. Мы сейчас постарели и будем пытаться больше внимания уделять музыке, чему мы раньше не уделяли. Ну, по-моему, неплохо получалось до сих пор. Не, поэтому будем теперь стоять и правильно играть ноты. Сейчас одной планки вы достигли, вы вышли на уровень дальше, как бы, Украины, выше, может быть, стали и по качеству, и по стилю музыки как-то отличаетесь, то есть вы самобытная группа. Следующая планка, как бы, следующая, как бы, цель ваша какая? Грубо говоря, перспективы. Перспективы? Перспектив, кстати, очень много, потому что у нас очень много проблем. Проблем в плане организации записи, организации репетиций и тому подобное. То, что как бы мы группа на уровне, ну, 80-х годов, и как бы мы альтернативная группа. Вот, а на сегодняшний день как бы в альтернативном плане невозможно существовать, потому что общество поменялось. И вот и нам как бы надо тоже себя менять, внутреннюю организацию, как-то стараться как-то там, найти базу репетиционную, такие там студию. Мы хотим больше уделять времени и как бы энергии на работе в студии. Мы вот последний альбом довольно долго работали в студии, но как бы мы поняли, что недостаточно и по качеству, и ну вообще. Thank you.
главное, на самом деле очень круто, что журнал сделал такой офигенный праздник. Да. Это действительно праздник. Шумел веселый маскарад чудесных образов слияния. Лишь проходимец был не рад, он был в ужасном состоянии. В идеальном городке был праздник музыка, звучала дома к лику. И щеколка постигла вещь, лик бродяги ошел. И так вот травма на него потребила. Будет ли продолжаться ваше сотрудничество с Борисом Гребенщиковым и чем, как вы думаете, для вас это обернется? Чем закончится? Я думаю, чем хорошим для нас не закончится. Для нас. Дело в том, что мы продолжаем перманентно с ним сотрудничество. Вот, буквально 2 недели назад мы закончили запись нашего нового альбома, который выходит через месяц. Чуть меньше, чем через месяц, 1 мая выходит наш новый альбом, который будет называться «150 миллиардов шагов». Там представлено вниманию всех абсолютно, кому будет доступен этот компакт-диск и кассета, наша кавер-версия на одну из песен Бориса Гребенщикова. Песня «Лебединая сталь», очень старая. Вот, это одна из таких вот, один из наших реверансов в сторону Мэтта, вот и все. Сергей, а вот вы еще вышли на сцену, в принципе, многие группы, которые ходят из ближнего зарубежья, они воспринимаются как диковинка. То есть вы сейчас ощущаете, к вам относятся как к экспонату музея, или вас все-таки приняли на эту большую сцену, в эту большую тусовку? Ну, я не знаю, насколько соответствует уровень жюри моим личным каким-то притязаниям на эту сцену. И поэтому я не то что говорю, что я их... Мне достаточно все равно, что там за жюри, и эта сцена достаточно условна. Кто нас принял, кто не принял. Мы жили без этой сцены, и понятно, что мы, если бы нас никуда не приняли, то мы бы дальше пожили. Ну, если целый год смотреть на говорящих обезьянок, допустим, можно было говорить месяц, можно было говорить месяцев 10 назад о том, что мы экзотика, но вы видите, что мы не сильно-то отличаемся от российских каких-то групп. То есть мы не поем на другом языке, поэтому то есть у нас нет такой ярко выраженной ментальности белорусской, поэтому... Thank you.
как вы относитесь к творчеству других музыкальных коллективов, которые будут сегодня вместе с вами выступать? Не очень корректно сталкивать нас с лбами друг к другу. Поэтому я не буду ничего говорить. Достойный ответ. Саша сегодня на редкость немногословен. Что, я буду сидеть признаваться в любви Женьке Федорову? Ну да, это было бы. Потом напишут, что мы голубые. Нафига нам это надо? На этот вопрос комиссия музыкальных экспертов, присуждавших премию, ответила следующим образом. Лучшая группа – неиссякаемый мумий-тролль. Лучший видеоклип – непотопляемые дельфины того же мумий-тролля. Лучшая песня – самая солнечная композиция группы Tequila Jazz из альбома «Целлулоид. Зимнее солнце». В номинации «Лучшая новая группа» признана новым открытием года группа «Маша и Медведи». Кто ж не знает Машеньку, Машу знают все. В номинации «Лучший альбом года» победил «Сплин» со своим гранатовым альбомом. Сказался, видимо, авитаминоз жюри. Александр, ну с какими сложностями вы столкнулись при подготовке вот этой премии? В принципе, она проходит уже не первый раз. Но, может быть, со стороны музыкантов были претензии или какие-то финансовые проблемы, или еще что-то? Да нет, проблемы на самом деле все те же самые, что год там и два года тому назад. То есть нужны были стартовые деньги. Мы их нашли благодаря нашим спонсорам. В этом году это Невская оригинальная, Мотор Джинс. Это не вырежет у вас? Нет, не вырежет. Вот, собственно говоря, благодаря этой поддержке праздник и состоялся. Ну, а остальное добивали мы сами. Вот, команды, все, которые были заявлены нами еще в декабре, они, в общем-то, с радостью откликнулись на предложение журнала. И судя вот по сегодняшнему настроению, все очень довольны, что меня очень сильно радует. И меня радует еще то обстоятельство, что к этому мероприятию сейчас такой очень хороший интерес появляется и в Москве. То есть приезжают специально московские журналисты, здесь MTV был. И, ну, в общем-то, журналист с именем, которые знают не только в Москве, в Петербурге, там по всей России. Это здорово, это значит, что мы не зря работаем. Я надеюсь, что в будущем, значит, можно будет сделать еще больше, чем сейчас. Да. Престиж премии ФУС и дальнейшая вот практика в таком вот плане, то есть это будет продолжаться, можно рассчитывать, что в следующем году это все возобновится. Опять будет акция? Ну, это все будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться издаваться журнал ФУС. Ну, мы будем живы-здоровы, значит, будет все идти по накатанной. Вот ребята сидят, они выкладываются полностью. Все энтузиасты. Просто герои. Ну, пожелаю героического потенциала, чтобы вы дальше все продолжали. Спасибо. Спасибо. Со всей ответственностью за вышесказанное заявляю, день 3 апреля 1999 года не пропал для нас зря. Юля, подтверди. Он не пропал для нас зря. Вы можете об этом судить, дорогие товарищи телезрители. Вот масса групп, масса впечатлений, масса интервью. Все было по кайфу. В принципе, говорить ничего особо не нужно. В принципе, нужно посмотреть просто на остаточные явления пребывания здесь зрителей.
Хотелось бы добавить, что надеюсь, что вся съемочная группа не совсем согласна с решением жюри. И, наверное, нужно все-таки более лояльно подходить к тому, что происходит. Что Серега, да. К тому, что происходит в этой жизни, на музыкальной сцене. И, может быть, мы что-то не смогли узнать. Может быть, мы что-то не хотели узнать. Вы нас простите, но на этом 3-4. Все. Все, да. Очень хочется пить. Очень хочется пить и есть. Это самая высшая оценка. После всего, что было, хочется пить, спать и есть. Все было по кайфу. Я люблю Олега Скрипку. Я люблю Олега Скрипку. Сергея Михалка. А я люблю.